Добрый день, дорогие подписчики, гости канала. Сегодня мы будем вязать с вами вот такой вот джемпер с карандашами. Кого заинтересовала модель, присоединяйтесь к мастер-классу. Для вязания джемпера я буду использовать пряжу Alize Lana Gold Classic. Вязаться джемпер будет на рост 86-92 сантиметра, что соответствует возрасту ребенка 1,5-2 года. Я связала образец. Провела ВТО, образец высох, можно рассчитывать плотность вязания. 20 петель нам дают 9,5 сантиметров ширины. Получается, что в одном сантиметре у нас 2,1 петли. 31 ряд дает нам 10,5 сантиметров высоту. 1 сантиметр составляет 2,9 ряда. К видео будет приложена схема вязания джемпера. Ширина спинки, начнем мы вязать со спинки, составляет для этого роста в половинном значении 14,5 сантиметров. Умножаем на 2, получается 29. 29 мы умножаем на нашу плотность вязания в ширину 2,1. Перемножаем значение, получается 60,9 петли. Поскольку начало спинки будет вязаться резинкой, то мы это значение округляем, доводим до 62 петель. Набираем 62 петли на спице номер 2,5 эластичным способом. Заводим спицы. Это первая петля. Вторая. Третья. Дальше большой палец заводим вот таким вот образом. И подхватываем петлю из второй дужки, которая находится на большом пальце. Получается четвертая петля. Дальше как обычно. Пятая. Снова подхватываем вторую дужку и делаем петлю. У меня уже 6. Дальше продолжаем набор самостоятельно. По описанию нам нужно провязать 1,5 сантиметра резинки. 1,5 сантиметра в рядах будет. Так, 1,5 умножаем на 2,9. Получается 4 ряда, 4,3. Провязываем 4 ряда резинкой 1 на 1. Так, вытаскиваем одну спицу. Кромочную снимаем. Дальше вяжем лицевую. Изнаночную, лицевую, изнаночную. Продолжаем вязать самостоятельно. Встретимся с вами через 4 ряда. Я провязала 4 ряда резинки. Теперь берем нашу сантиметровую ленту и смотрим, сколько у нас составила высота. Получается вот 1,5 сантиметра. Как и требует описание. Так, дальше нам нужно провязать 16 сантиметров лицевой гладью до начала формирования пройм. 16 сантиметров мы умножаем на 2,9, получается 46,4 ряда. Провязываем 46 рядов лицевой гладью. Переходим на спицу номер 3. Снимаем кромочную петлю. Дальше лицевая. Изнаночной тоже провязываем лицевыми за переднюю стенку. Изнаночные ряды вяжем изнаночными.
Так, вяжем самостоятельно 46 рядов. Я провязала ровно 46 рядов, как вы видите на счетчике. Дальше берем сантиметр и замеряем. У меня получается вот до резинки 16 сантиметров, как и требовалось. Теперь мы начнем делать убавление для проймы. Обращаем внимание снова к схеме. И вы видите вверху цифра 3. Вот столько нам нужно убавить с одной стороны. 3 сантиметра умножаем на 2. Это две стороны. Получается всего 6 сантиметров. 6 сантиметров умножаем на нашу плотность. 2,1. Получается 12 петель. С обеих сторон 3 раза по одной петле убираем в каждом ряду. И в каждом втором ряду убираем 3 раза по одной петле. Кромочную снимаем. Дальше 2 вместе провязываем с наклоном влево. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая в конце 3 петли самостоятельно. Довязали почти до конца. Теперь петли разворачиваем, 2 петли, и провязываем вместе лицевой. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Делаем вторую убавку. Кромочную петлю снимаем. Дальше провязываем 2 петли изнаночными. Вяжем до конца ряда, оставляя также в конце 3 петли самостоятельно. В конце осталось 3 петли. 2 петли тоже разворачиваем. И затем провязываем скрещенной изнаночной, то есть за задние стенки. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Это было второе убавление. Теперь провязываем третью убавку. Кромочную снимаем. Дальше вяжем 2 вместе с наклоном влево. Дальше провязываем лицевыми, не довязывая до конца 3 петли. Выполняем самостоятельно. Довязали до конца ряда, снова петли разворачиваем и провязываем 2 вместе лицевой. Кромочную провязываем изнаночной. Это была последняя убавка, которая делается в каждом ряду. Теперь нам нужно сделать 3 убавки, которые должны делаться в каждом втором ряду. То есть первый ряд, он у нас сейчас идет изнаночный, мы провязываем без изменений изнаночными петлями. Вяжем до конца ряда самостоятельно. Это у нас первый ряд. Довязали до конца, развернули вязание. Сейчас у нас идет второй ряд. Значит, мы делаем первую убавку из 3, которая должна делаться в каждом втором ряду. Также провязываем 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем лицевыми петлями. Продолжаем самостоятельно. В конце не довязываем, как обычно, 3 петли. Довязали до конца. Петли разворачиваем. Многие, наверное, не поймут, для чего я петли разворачиваю. Вот вы видите, здесь идет убавка косичкой. И с этой стороны то же самое. Поэтому мы это делаем. Провязываем 2 петли вместе лицевой. Дальше кромочную провязываем изнаночной. Разворачиваем ряд. Снова у нас изнаночный ряд считается первым. Провязываем его без изменений изнаночными петлями. Вяжем самостоятельно.
Я провязала до конца, развернула вязание. Теперь у нас будет вторая убавка, которая делается во втором ряду. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем лицевыми самостоятельно. В конце оставляем 3 петли. Довязали до конца, разворачиваем петли и провязываем их лицевой петлей за передние стенки. Получается с наклоном вправо. Кромочную провязываем изнаночной, разворачиваем вязание и провязываем первый ряд 3-й убавки изнаночными петлями самостоятельно. Развернула вязание, теперь делаем последнюю 3-ю убавку. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем лицевые, в конце не довязываем 3 петли. Самостоятельно. Вот осталось у меня 2 петли, которые нужно провязать с наклоном вправо вместе. Затем кромочно провязываем изнаночной петлей. Мы выполнили все убавки для проймы. Снова возвращаемся к схеме. Для моего размера высота проймы от момента убавления, от начала самого, равна 12,5 сантиметров. В этом значении сидит 1,5 сантиметра, отведенные для формирования выреза горловины. Получается, от 12,5 нам нужно отнять 1,5 сантиметра. Всего общая длина проймы, высота, получится 11 сантиметров. 11 сантиметров мы умножаем на нашу плотность в рядах 2,9. Получается 32 ряда. Нам нужно провязать. Из этого количества 9 рядов мы уже провязали. Получается, что нам нужно провязать еще 23 ряда. Вяжем 23 ряда самостоятельно лицевой гладью. Потом будем формировать с вами вырез. Я провязала 23 ряда. Вот он мой счетчик. Так, дальше замеряем высоту проймы. Вот 11 сантиметров. Теперь нам нужно за 1,5 сантиметра сформировать вырез горловины. Сейчас у нас на спицах 50 петель. Смотрим снова на схему. По схеме у нас ширина плеча равна 5 сантиметрам. Это 10 петель. И на саму горловину отдается 6,5 сантиметров. 6,5 это половинное значение. Значит, нам нужно 6,5 умножить на 2. И умножить на нашу плотность 2,1. Получается 27,3. Полученное число нам нужно округлить до четного, чтобы потом можно было поровну поделить петли рукава. Округляем в меньшую сторону, то есть делаем 26. 50 петель отнимаем, 26 петель горловины. Получается 24 петли. Делим на 2. Для каждого плеча у нас 12 петель. 1,5 ряда высота горловины. Это у нас 1,5 умножаем на 2,9. 4,3 ряда. Плечо у нас должно быть равно 10 петлям.
5 умножаем на 2, 1 равно 10,5. Получается, нам нужно от 12 отнять 10, 2 петли сократить за 4 ряда. То есть в каждом втором ряду мы будем убавлять одну петлю. Как это будет выглядеть на практике? Берем два маркера, отсчитываем 12 петель плеча. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Отсчитываем с конца. Тоже 12 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ставим маркер. Дальше проверяем наши расчеты. У нас посередине должно остаться 26 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Все верно. Так, провязываем петли до маркера самостоятельно. Вяжем их лицевыми. Довязали до маркера, его можно убрать. Делаем убавки. Провязываем первую петлю, вторую, затем первую перебрасываем через вторую. Это первая убавка. Вторая убавка. Продолжаем убавлять самостоятельно до маркера. Я довязала до маркера. Это у меня 25-я убавка. Вяжем 26-ю. Дальше провязываем лицевыми петлями до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Это у нас первый ряд из четырех. Провязываем изнаночными петлями. В конце не довязываем одну петлю. Разворачиваем вязание. Снимаем первую петлю с левой спицы. И выполняем убавку. Дальше вяжем лицевыми. Это второй ряд и первая убавка. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Третий ряд вяжем изнаночными. В конце также не довязываем одну петлю. Одна петля осталась. Разворачиваем вязание. Снова первую петлю с левой спицы перебрасываем на правую. Делаем убавку. Это вторая убавка. И вяжем с вами четвертый ряд. Кромочную провязываем изнаночной. Закрываем петли плеча.
Отрезаем нить, оставляем небольшой кончик для того, чтобы потом выполнить плечевые швы. Я отрезала нить, оставила где-то сантиметров 15 навскидку. Дальше продеваем кончик нити в петлю и слегка затягиваем. Одно плечо у нас готово. Теперь оформим с вами второе плечо. Для этого я воспользуюсь крючком. Здесь у нас вот первая убавка. Продеваю крючок под нее и выводим петельку. Надеваем ее на спицу. Разворачиваем вязание. Оставляем небольшой кончик, чтобы потом можно было спрятать в вязании все это. Так, дальше провязываем вторую петлю и делаем убавку. Так, подтягиваем нить. Это у нас первый ряд из четырех. Дальше вяжем изнаночными петлями. Разворачиваем вязание. Второй ряд. Кромочную снимаем. Вяжем лицевыми. Последнюю петлю не провязываем. Разворачиваем вязание. Делаем убавку. Первую петлю с левой спицы снимаем, затем перекидываем петлю с правой спицы. Вяжем изнаночными. Это третий ряд и вторая убавка. Разворачиваем вязание. Так, последний четвертый ряд провязываем лицевыми, кромочно провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание, кромочную снимаем, начинаем закрывать петли плеча. Провязали вторую изнаночную, перебросили петлю кромочную через нее. Продолжаем закрывать петли. Отрезаем нить, также оставляем небольшой кончик для выполнения плечевых швов. Продеваем нить в петельку и закрепляем. Так, вот что у меня получилось. Спинка готова, убираем пока ее в сторону. Вязание переда начинается так же, как и спинки. То есть нам нужно набрать на спице номер 2,5, 62 петли. Набираем. Я набрала 62 петли. Дальше вытаскиваем спицу. Начинаем вязание с резинки. Вяжем резинку 1 на 1, 4 ряда. Кромочную снимаем. Дальше лицевая, изнаночная, лицевая. Изнаночная. Вяжем так 4 ряда самостоятельно. Узор карандаши у нас займет с вами 48 петель. Поэтому отмечаем первые и последние 7 петель. 1, 2, 3. Ставим маркер.
7 петель. Дальше. В конце. 1, 2, 3, 1. Следующий ряд. Переходим на спицы номер 3. Провязываем желтой нитью до маркера лицевыми. Маркер можно убрать. Он пока уже не понадобится. Дальше берем зеленую нить. Оставляем небольшой кончик. И провязываем 12 лицевых. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Дальше у нас идут петли красной нити. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10, 11, 12. Дальше присоединяем голубую нить. Также провязываем 12 петель голубой нити. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Теперь берем синюю нить. Так, и провязываем 12 петель уже синей нитью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Вот мы дошли до маркера. Маркер убираем. Теперь вяжем желтой нитью. Для этого я беру второй кончик от мотка. Сейчас я его найду сначала. Вот он. Присоединяем. И вяжем уже до конца ряда лицевыми. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Вот что у нас получилось. Так, переходим на изнаночный ряд. Провязываем первые 7 петель желтой пряжей. Желтую подтягиваем, затем перекрещиваем желтую с синей и продолжаем вязать уже синие пряжи. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Снова перекрещиваем нити, в этот раз уже с голубой. Перекрещивание делаем только на изнаночной стороне. Провязываем 12 голубых петель.
Дальше перекрещиваем с красной нитью. Привязываем красные петли. Так, дальше перекрещиваем с зеленой. Так, теперь перекрещиваем с желтой и провязываем 7 петель. Таким образом нам нужно провязать 30 рядов, помимо вот этих двух, на уровне 33 ряда мы с вами встретимся. Вяжем самостоятельно. У меня провязано 32 ряда. Затем нам нужно отрезать все нити, кроме желтых, в начале и в конце. 33 ряд. Вяжем желтой пряжей. Кромочную снимаем. Затем 1, 2. 3, 4, 5, 6 лицевых. Дальше берем белую пряжу. Это тоже Alize Luna Gold Classic. Присоединяем и вяжем все цветные участки белой пряжи, кроме желтого в конце. Провязываем самостоятельно. Провязали белой пряжей почти до конца. Дальше берем желтую и довязываем уже крайний участок переда. Разворачиваем вязание. Так, вяжем по рисунку, перекрещиваем нити, провязываем белыми цветные участки и в конце заканчиваем желтой нитью. Вяжем самостоятельно. В следующем ряду мы уже начинаем сокращать количество белых петель. Выводим шапочку для каждого карандаша. Так, провязываем. Кромочную сняли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 желтых петель. Затем уже будем вязать как жаккард. Зеленый карандашик. 1, 2. 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10,
Дальше последнюю петлю провязываем желтой пряжи. Теперь первую петлю красного карандаша провязываем желтой пряжи. Дальше вяжем белые петли лицевые. Крайнюю петлю провязываем желтой пряжи, следующую тоже желтая. Продолжаем вязать самостоятельно. Вот здесь ниточку желтую уже отрезаем и вяжем одной желтой нитью. Довязали до конца, развернули вязание, вяжем желтой нитью по узору. Здесь дальше начинается уже белая нить. С перекрещиваниями добираемся до начала ряда. Выполняем самостоятельно. 37 ряд. Также вяжем желтой пряжи начало. Мы уже на цветную часть заходим не на один столбик, не на одну петлю, а на две. Первая и вторая. Дальше вяжем белые пряжи, перекрещивая нити. Вот у нас осталось 2 петли. Провязываем желтую и последнюю желтую. Снова идет новый элемент, красный карандаш. Также заходим еще на одну петлю желтую. Продолжаем вязать самостоятельно. Вот что у нас с вами вырисовывается. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Где белые петли, там белые. Где желтые, желтые. Выполняем самостоятельно. Не забываем перекрещивать нити. Развернули вязание. Снова начинаем желтые пряжи. Но уже на зеленую часть карандаша заходим не на 2 петли, а на 3. Дальше продолжаем вязать уже белые пряжи. Провязываем еще одну белую. Затем у нас будут 3 желтые.
Дальше переходим на красный карандаш. Также провязываем 3 желтые. Дальше вяжем белой нитью. И в конце провязываем 3 желтые. Продолжаем вязать самостоятельно. Довязали до конца, разворачиваем вязание и вяжем изнаночную сторону по рисунку изнаночными петлями самостоятельно. Провязали ряд до конца, развернули вязание. Также вяжем желтые пряжи лицевыми. И заходим на зеленый карандаш уже не на 3 петли, а на 4. 1, 2, 3, 4. Далее провязываем белой нитью. Один, два, три, четыре. Дальше вяжем желтой пряжи. 1, 2, 3, 4. Продолжаем вязать самостоятельно до конца ряда. Изнаночный ряд вяжем по рисунку. Следующий ряд вяжем желтой пряжи. Довязали до зеленого карандаша. И теперь захватываем уже не 4 петли, а 5. Провязываем их желтой пряжи. Дальше у нас идут 2 белые петли. И желтые, 5 желтых, 1, 2, 3, 4, 5. Продолжаем вязать самостоятельно изнаночный ряд по рисунку. Провязали ряд до конца. Белую пряжу можно уже отрезать, оставить небольшой кончик. Вяжем теперь желтой пряжи полностью. Провязываем сначала 2 ряда лицевой гладью, затем делаем убавки для пройм. 2 ряда вяжем самостоятельно. Выполняем убавки для пройм 3 раза по 1 петле с обеих сторон в каждом ряду и 3 раза по 1 петле в каждом втором ряду. Кромочную снимаем, провязываем 2 вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая до конца, 3 петли. Выполняем самостоятельно. В
В конце осталось 3 петли, 2 петли разворачиваем и провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Вторая убавка, кромочную снимаем, затем вяжем 2 вместе изнаночной петлей, вяжем до конца изнаночными петлями, не довязывая до конца, 3 петли. Выполняем самостоятельно. В конце осталось 3 петли. 2 из них разворачиваем и провязываем изнаночной петлей вместе за передние стенки. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание. Это была вторая убавка. Третья убавка. Кромочную снимаем. 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем самостоятельно лицевыми. В конце оставляем 3 петли непровязанными. В конце у нас осталось 3 петли. Разворачиваем 2 петли. Провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочно провязываем изнаночной. Мы выполнили 3 убавки, которые должны быть в каждом ряду. Теперь самостоятельно вяжем 3 убавки в каждом втором ряду. То есть сначала изнаночный ряд провязываем без изменений, это первый ряд. И в лицевом ряду делаем убавки. Выполняем самостоятельно. Так, я выполнила все убавки. Теперь вяжем лицевой гладью на высоте 24,5 сантиметра от резинки, от конца резинки. Встречаемся с вами и будем оформлять горловину. Джемпер провязан на необходимую высоту. Теперь нам нужно закрыть для горловины 6,5 сантиметров. Умножаем их на нашу плотность и получается 14 петель. Отмечаем средние 14 петель. У меня расставлены маркеры. Провязываем лицевыми до первого маркера. Самостоятельно. Маркер убираем. Дальше начинаем убавлять петли горловины. Провязываем первую петлю, вторую после маркера. Затем первую перебрасываем через вторую. Снова провязываем следующую петлю лицевой и перебрасываем. Так закрываем петли до маркера самостоятельно. Довязали до второго маркера, сделали 13 убавок. Выполняем последнюю, 14-ю. Дальше вяжем самостоятельно лицевыми до конца ряда. Довязали до конца, кромочную провязали изнаночной, разворачиваем вязание. Кромочную снимаем, вяжем изнаночными до конца, не довязывая одну петлю. Выполняем самостоятельно. Довязали до конца, развернули вязание, делаем убавку в 3 петли. Первая убавка, вторая убавка. И третья убавка. Дальше вяжем лицевыми до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной петлей. Развернули вязание. Кромочную снимаем, вяжем изнаночными, не довязывая одну петлю самостоятельно. Довязали до конца, развернули вязание. Теперь убавляем 2 петли. Первая убавка. И вторая убавка. Дальше вяжем лицевыми, кромочную провязываем изнаночной петлей. Выполняем самостоятельно. Развернули вязание, кромочную снимаем. Дальше вяжем изнаночными, не довязывая в конце одну петлю. Выполняем. Довязали до конца, оставив одну петлю. Разворачиваем вязание, убавляем опять 2 петли. Одна убавка. И вторая. Дальше вяжем лицевыми до конца ряда. Кромочную провязываем изнаночной петлей.
разворачиваем вязание, кромочную снимаем, вяжем изнаночными, не довязывая одну петлю. Разворачиваем вязание, выполняем одну убавку. Итого мы убавили 8 петель, и на плечо у нас осталось 10 петель, как и в случае со спинкой. Вяжем лицевыми, кромочную провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание и закрываем петли. Кромочную снимаем, следующую провязываем изнаночной и перекидываем кромочную через изнаночную. Продолжаем выполнять убавление так до конца ряда. Отрезаем, и закрепляем. Прикрепляем нить к горловине с помощью крючка. Провязываем первую петлю изнаночной, затем следующую изнаночной, делаем убавку. Первая убавка, вторая убавка и третья убавка. Дальше вяжем изнаночными до конца ряда. Развернули вязание, вяжем лицевыми, не довязывая до конца одну петлю. Выполняем самостоятельно. Довязали до конца, развернули вязание, делаем 2 убавки. Одна и вторая. Вяжем изнаночными до конца ряда. Разворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Дальше вяжем лицевыми, не довязывая до конца одну петлю. Развернули вязание. Снова делаем 2 убавки. Одна, вторая. Дальше вяжем изнаночными самостоятельно. Развернули вязание, кромочную снимаем, дальше вяжем лицевыми, не довязывая до конца одну петлю. Выполняем самостоятельно. Развернули вязание, делаем одну убавку. И дальше провязываем изнаночными петлями.
Разворачиваем вязание. Кромочную снимаем. Дальше вяжем лицевыми до конца ряда. Последнюю петлю провязываем изнаночной петлей. Разворачиваем вязание и закрываем петли самостоятельно. Передняя часть готова. Так, убираем сразу все эти остатки ниточек, фиксируем их и прячем вязание самостоятельно. Теперь вышим стержни нашим карандашам, заводим с изнаночной стороны иголку посередине, вот между этими двумя петлями, поднимаемся на два ряда выше, оставляем с изнаночной стороны небольшой кончик, дальше захватываем две дужки следующей петли, и вместо входа возвращаемся, поднимаемся на ряд выше, подтягиваем немножко. Дальше за две дужки следующей петли вот что получилось. Остальные карандаши вышиваем сами. Вышили карандаши. Так, убираем переднюю половинку джемпера в сторону. Свяжем с вами рукав джемперу. Для моего размера половина ширины рукава равна 10,5 сантиметров. Удваиваем это значение, получается 21 сантиметр. Умножаем на плотность 2,1, получаем 44 петли. Набираем на спице номер 2,5, 44 петли. В моем случае и в вашем соответствии с вашей плотностью. Так, набрала я петли эластичным способом, вытаскиваем спицу. И провязываем 4 ряда резинкой 1 на 1, это 1,5 сантиметра. Кромочную снимаем, дальше вяжем лицевую, изнаночную, лицевая, изнаночная. В конце кромочную провязываем изнаночной петлей. Выполняем, через 4 ряда с вами встречаемся. Так, провязали мы резинку 1,5 сантиметра. Дальше перейдем на спицы номер 3. Смотрим на нашу схему. У нас идет расширение рукава на 3 сантиметра. 3 сантиметра умножаем на 2,1. Получается 6,3. Округляем до 7. И выполняем прибавки по одной петле. Прибавляем с обеих сторон в третьем ряду. 4 раза в каждом восьмом ряду. И 2 раза в каждом десятом ряду. Провязываем 2 ряда лицевой гладью самостоятельно. Провязали 2 ряда лицевой гладью. В третьем нам нужно сделать прибавку с обеих сторон по одной петле. Кромочную снимаем, провязываем одну лицевую, затем поднимаем протяжку так, чтобы длинная сторона смотрела от вас. И провязываем скрещенной лицевой. Вяжем до конца лицевыми, не провязывая две крайние петли. Выполняем самостоятельно. Довязали
до конца. Осталось провязать 2 петли. Поднимаем также протяжку, но уже чтобы длинная ее сторона смотрела на вас, была ближе к вам. Провязываем скрещенной лицевой, дальше лицевая и кромочную провязываем изнаночной. Это была первая прибавка. Следующая прибавка у вас будет делаться в 11 ряду, затем в 19, в 27, в 35, потом две прибавки уже в каждом 10, значит в 45 и в 55. Продолжаем вязать и выполняем прибавки уже самостоятельно на высоту 21,5 сантиметра. Провязали вот этот вот участок расширения. Теперь нам нужно за 3 сантиметра убавить петли, чтобы осталось в итоге 11 сантиметров в половинном значении. 11 умножаем на 2, получается 22 сантиметра. 22 умножаем на плотность 2,1, получается 46 петель. У нас сейчас с вами 58 петель. Нам нужно убавить 12 петель с обеих сторон в общем количестве. То есть с каждой стороны по 6 петель. При этом связав 9 рядов. Потому что 3 сантиметра умножаем на плотность в рядах. Это будет 8,7. Приблизительно 9 рядов. Убавлять будем в следующем порядке. В каждом ряду сделаем 3 убавки по 1 петле с каждой стороны. И в каждом втором ряду 3 убавки тоже по 1 петле. Затем петли все закроем обычным способом. Кромочную снимаем. Затем 2 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. Дальше вяжем лицевыми самостоятельно, не довязывая в конце 3 петли. Выполняем. В конце осталось 3 петли. Разворачиваем их. Затем провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Кромочную провязываем изнаночной петлей, разворачиваем вязание. Кромочную снимаем. 2 вместе провязываем изнаночной петлей. Дальше вяжем изнаночными, также не довязывая 3 петли в конце. Выполняем самостоятельно. Довязали до конца, также петли. Разворачиваем. И провязываем изнаночной петлей. Кромочную, изнаночную. Выполняем третью убавку, которая должна быть в каждом ряду. Кромочную снимаем. Дальше 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем вяжем лицевыми, не провязывая в конце 3 петли. Выполняем самостоятельно. Довязали до конца, разворачиваем петли и провязываем 2 вместе с наклоном вправо. Кромочной, изнаночной петлей. Это все убавки, которые должны быть в каждом ряду. Теперь нам нужно выполнить 3 убавки в каждом втором ряду. Изнаночный ряд вяжем без изменений, в лицевом делаем убавку. И так 3 раза. Выполняем самостоятельно. Провязали все убавки, дальше кромочную снимаем. Вторую петлю провязываем изнаночной. Затем снятую перекидываем через провязанную. И продолжаем так закрывать. В конце нить закрепляем, отрезаем, оставляем кончик для пришивания. Рукав готов. Закрыли все петли, оставили нить для пришивания, откладываем в сторону. Нам нужно соединить перед со спинкой. Выполняем плечевые швы. На плече спинки мы оставляли нить для пришивания. Соединяем с плечом передней части. Кто уже научился выполнять швы, может
продолжать самостоятельно. Кто нет, остается вместе с нами. Продеваем иголку на спинке за переднюю стенку петли, напереди за заднюю. Продолжаем самостоятельно. В конце нить закрепляем и отрезаем лишнее. Вот такой вот шов получился. Затем берем рукав и пришиваем его в проймы. Вот у нас пройма. Это у нас середина получается. Складываем рукав посередине и прикрепляем булавкой. На рукаве мы тоже оставляли нить. Берем иголочку и пришиваем. На рукаве и пройме есть вот такие вот скосы. Сейчас мы их пропустим, затем пришьем в конце. Прикрепляем всех к ровной части передней половинки джемпера. И также пришиваем за переднюю дужку, подхватываем петли рукава и за задние петли переда. Выполняем самостоятельно. Дошли до места скоса. Также сшиваем за крайние петли. Где у нас были убавки, по 2 вместе мы вязали. Вот за вот эти стеночки мы и прошиваем. В конце нить закрепляем. И оставляем. Потом все это мы спрячем. Вот такой вот шов у меня получился. Когда мы начали пришивать рукав, вот здесь мы оставили скосик, потому что отрезок нити у нас оставался с прямоугольного угла. Теперь пришиваем вот этот вот откос. Самостоятельно соединяем. Рукав полностью пришит. Теперь нам нужно соединить рукав и выполнить боковые швы. Выполняем самостоятельно. Совмещаем швы рукава. И затем уже выполняем всю остальную работу. Я выполнила все швы. Нам осталось только связать горловину.
Для горловины я возьму оранжевую пряжу и спицы номер 2,5. Набираем по краю горловины петли. Для этого можете использовать крючок. Количество петель должно делиться на 2, поскольку горловину мы будем провязывать резинкой 1 на 1. Выполняем набор петель по горловине самостоятельно. Так, я подняла петли, у меня получилось 74 петли. Теперь вяжем 6 рядов резинкой 1 на 1 самостоятельно. Провязали 6 рядов резинки. Дальше закрываем петли горловины эластичным способом. Лицевую петлю провязываем. Дальше накид. Вот себя провязываем изнаночную петлю. Перебрасываем накид на изнаночную петлю. Затем лицевую. Дальше накид к себе. Провязываем лицевую. Перебрасываем накид. Затем предыдущую петлю. Продолжаем закрывать петли самостоятельно. Закрыли петли до конца. Отрезаем, оставляем небольшой кончик. Вытягиваем нить и берем иголку. Дальше заводим иглу под первую петлю. Поддушки первой убавки. Затем вводим в последнюю дужку. На изнаночной стороне нить закрепляем, прячем и отрезаем. Джемпер полностью готов. Осталось его отправить на ВТО и подарить. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал.